Казанский федеральный и управление Минюста России в Татарстане подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Речь идет о совместных научных исследованиях, обмене информации, организации научных мероприятий и даже оказании бесплатной юридической помощи. Нам очень важно, чтобы у нас вместе с нашими преподавателями работали и люди с практической частью бизнеса, с министерств. В общем, те люди, которые завтра станут работодателями для наших студентов. Поскольку мы можем готовить по любым направлениям, но самое главное, чтобы они были востребованы в отраслях и приносили пользу своей территории и своей стране. Ставя подписи в документе, обе стороны отметили, что это лишь формальность. Сотрудничество КФУ с Минюстом началось очень давно и развивается весьма плодотворно. Доказательство тому – признание заслуг университета на самом высоком уровне. Уважаемый Гишат Равкатович, для меня большая честь выполнить поручение министра юстиции Российской Федерации, уважаемого Александра Владимировича Коновалова, и вручить вам заслуженную награду. Это одна из самых высоких наград Министерства юстиции Российской Федерации – серебряная медаль за содействие. Уже было сказано за что – и за всемерную поддержку органов юстиции нашей республики. Огромное вам спасибо и примите от управления Минюста России также самые добрые поздравления с этим знаменательным и для вас, и для нас событием. Кстати, заслуженную награду в этот день получил не только Ильшат Гафуров, но и молодые ученые КФУ. Попечительский совет университета учредил специальные стипендии за научную работу по приоритетным направлениям. Ее обладатели будут получать по 15 тысяч рублей в месяц в течение года. Первыми счастливчиками стали более 15 аспирантов и научных сотрудников. Александр Александров, Руслан Уразаев, Роман Самарин, Универньюз.